В первый день фестиваля на сцене парка выступила австралийская джазовая вокалистка Фонтини. С московским джазовым оркестром певица, выступающая в стиле джаз и фанк, сотрудничает уже больше 8 лет. Для программы в Сочи Фонтини выбрала в основном известные джазовые композиции. Хедлайнером проекта стали народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Они представили лучшее из своего репертуара. В прошлом году Московскому джазовому оркестру исполнилось 20 лет. Все это время команда работала над тем, чтобы российский джаз занял достойное место на международной арене. Почти все музыканты оркестра под руководством Игоря Бутмана – победители международного конкурса «Мир джаза» в Ростове-на-Дону. Мне приятно работать с молодыми талантливыми музыкантами, у которых есть амбиции, у которых есть свои задумки, они максималисты в хорошем смысле. Они меня заставляют тоже как-то сопротивляться, чтобы на их фоне тоже не погаснуть совсем. Вот. А им тоже как бы тоже вызов. Поэтому нас объединяет музыка, нас объединяет успех. Завершила фестиваль американская джаз-дива Чайна Мозес. В 2009 году она выпустила альбом, благодаря которому стала одной из самых перспективных джазовых вокалисток.